Всем привет! Это видео о Тимати и Екатерине Сафаровой, победительнице шоу «Холостяк» 8 сезон. Как долго Тимати собирается быть с Катей? Не так давно была премия Муз-ТВ. Эта премия шокировала многих. Кто-то поражался нарядом звезд, кто-то поведению, кто-то в шоке от новоиспеченных пар. Но речь не об этом. Нас интересуют Катя и Тимур. На этой премии Тимур впервые вышел в свет с Катей. По сравнению с другими, Катя выглядела великолепно, красивая, без лишней мишуры. Хотя Ксения Собчак нашла до чего докопаться, обратила внимание на слишком откровенные вырезы. Также Катя не отклеила от туфель ценник. Отклеивали всем залом. Ну и Ксения спросила у Тимати, как долго он будет с Катей, на что Тимур ответил, что так же долго, как Киркоров с Давой. Что бы это значило? Вместе ли вообще Киркоров и Дава? Если да, то судя по предыдущим отношениям Давы, он не очень-то постоянен. Что вы думаете по этому поводу? А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!